Привет, вы на канале Мисс. Сегодня мне исполняется 6 лет. Ура! Да! У Алиски целых 2 знаменательных события. Первое, да. Это ей исполняется 6 лет. Да. А второе, это то, что у нас выпал первый молочный зуб. Да, видите? Да, все видят. И когда улыбаешься, очень хорошо видно. И вот такой мячик мне мама вчера принесла. Смотрите. Ты мне расскажи, зубная фея-то приходила? Да, она мне принесла 10 рублей и подарки. Монетку принесла зубная фея и подарки. Вот, о, смотрите. Ой, какая красота. Вот эта зубная фея угодила. Тут и помада. И вот такой прикольный леденец. Это блеск для губ, да? С, да, этой щеточкой. Кисточка еще. С кисточкой, класс. А еще где? А, вот, губки. Да. Тоже блеск для губ, и их можно вешать на веревочку на шею. Сонина? А в этом платье Соня будет отмечать Алиски на день рождения. И на голову такой бантик. Ушки? Да. Класс! Сегодня у нас будут гости, будут подарки, будут аниматоры, будут пузыри, да. И всякая-всякая всячина, да? Я мне покажу шарики. Ну да, Алиска, когда проснулась, у нас Сонька еще спит. В комнате у Алиски. А еще у меня, смотрите, что есть. О, это подарок от бабули. Вот такой крутой замок Monster High. Здесь есть куча всего. И даже вот то кресло вверх ногами висит. Там Дракулаура спит. И всякой-всякой всячины здесь секретики есть. Смотрите. Да, вот такие вот все открывается, вращается. В общем, красота. Но мы подробнее потом вам покажем, да, еще? Да, на канале Мисс Алис тоже снимем его. Естественно. И а вот и шарики. Шарики. Алиска заказывала шарики со смайликами. Вот они ее с утра и встречали. Я только что пришла с магазина и купила Шапкинса. Алиска продолжает свой день рождения открыванием пакетика Шапкинсами 6-й сезон. Да. Если бы Алиса что-то не купила, мы бы все дружно удивились. Ух ты! Коробочка бирюзовенькая. Покажи. И интересно, что в ней? Тут поварской колпак нарисован. Да. Тут пакет вот такой вот, вот смотрите, золотый. Чудесный. Пакетик. И кто нам попадется? Кто нам попадется? Хоть бы не повторка, хоть бы не повторка. Алиска, а тут еще... А, тут этот... Платы? Да. И кто же нам попадется? Зрители барабанная дроль. Клубничка! Нам попалась клубничка! Ой, как здорово! У нас такой не было. Вот такая вот клубничка нам попалась в мисочке. Соня? Еще раз. Привет! И смотрите, что у нас теперь еще есть. Соня распаковывает первые подарки. Первые подарки от родителей. Да. Первые подарочки. Ну как уже первые? Уже не первые. Мы уже поснимали, что там у нас было с утра. Да, ну дай Соне тоже открыть. Соня не умеет открывать. Она на носочках стоит, бедная. Скажи, мне так понравились коробочки. Дели, систер, скажи со мной тоже, красотой не описано. Пицца да. Есть. Я такие видела на канале, такую пиццу. Да, ну покажи, что там у нас. Монстры, понятно, тут монстры хай. Главная коробка, понимаешь. А давайте тут у нас кто? Раздербаним. Для Сони главная коробка. Барби. Барби. Это Дали, сестричка, да? Барби, да? И маленькая еще сестричка. И куча еды. Мы уже первую коробку раскрыли. У нас тут куча всего. Соня, ты что ешь? Соня ест какую-то часть игрушек. Она ее сейчас съест. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть куколка. Смотри, сейчас я вам расскажу про нее. У нее волосы вот такие нежные. Очень нежные. И одежда у нее довольно красивая. Она вторую коробку взяла. Вот. И она вот у меня такой не было. Да, такой у тебя еще не было. Покажи мне девочку, тогда посмотрим.
Вот такая она хорошенькая. Она, кстати, вообще, ну, у нее мордашка другая, прикольная. Так, скатерка была для пикника. С клеточками. А, Соня, уже что-то ты взяла опять? Ну, Сонь, покажи, какая красота у тебя в лапках. Все, уже не нужна. Уже другая нужна. Так, были продукты питания. Вот такой вот, значит, напиток. Это не салатик. Держи напиток, чтобы Соня его не съела. А то она у нас барышня простая. Так, что тут? О, вот он, пикник, собственно, весь. Мяско тут, что там, салатик, какие-то пицца. Коробочка. Все сразу да. Соне в рот. Соня! На, миску. Миску на. Не ну, там. Так, что там у нас еще? Полезла. Соня, о, пиццу. Пиццу. Так, что тут у нас еще было? Акулька. Ляля. А вторая девочка, вот такая вот. Сейчас съест она у вас эту. Отдай, отдай. Я ее назову Пуделька. Ее будут звать Пуделька. Пуделька. Вот, вот такая вот Пуделька. Девочка-далматинец. Алиса назвала ее Пуделька. Держи. Рюкзачок. Так, да, рюкзачок. Это, видимо, для старшенькой. Ой, рюкзачок нужен, Соня. Так. Скажи, вообще-то не мешало бы покормить ребенка. А то я тут игрушечные пиццы ем. Так что, да, салатик мы уже видели. А Мишка, где Мишка такой классный? Мишка. Вот такой Мишка, медвежонок беленький был. Так, все, первый наборчик мы показали. А теперь второй. И первая кукла это Амонита. Да, мы распаковали коробочку с монстрами Хай. И вот такая вот у нас была красивая Амонита. Она эльф. Это монстр эльф. Сейчас я вам покажу, как можно понять, что она эльф. У нее эльфийские ушки. Да. Да, ну, очень красивая девочка, да? Нам понравилось и платье, у нее такое красивое. Она будет куфли. С Сарой дружить. С Сарой будет дружить. А вторая девочка, это у нас Нефера Денил. Да, сестричка да. Клео. Клео у нас пока в коллекции еще нет, но зато у нас теперь есть старшая сестра. Вот такая мне вот. Мне так тоже... понравились штанишки. Прикольно. Штанишки, у нее еще такая кофточка под низом, видишь? Да. Это как лифчик. Как лифчик, да. И с ними еще были аксессуары. Это вот сейчас продукты. Сейчас покажу вам. Мне сразу понравился вот такой вот пироженка. Пироженка с глазками. Да, вот такой пироженка с глазками, такая как морда собачки или волка, да? Да. Что там еще? Коктейльчики, а их два, да? Да. Какие-то коктейли с ящерицами или змеями или с драконами. Вот такой же. А вот такой же, только синенький, да. И вот еще какой. И что там? А, и это что? Не знаю. Я сама удивлена. Какая-то съедобная морская звезда. Ну, не знаю, что там монстры кушают. Но это, видимо, какая-то, да. Какая-то штучка, которую можно есть монстрам. Да? Да. Ну, крутяк, тебе понравились да. первые подарки? Ну, супер. Ну, все, пока прощаемся. Пока. Там мы не прощаемся, у нас еще день рождения только начинается, только да. утро, только первые подарки. У нас еще впереди праздник и тортик. И к да. нам придет кто? Розочка. Розочка. Чипитюня, у тебя уже 6. Совсем большая. Скоро в школу. Тогда, наверное, вы... Бергер, вы! Или не Бергер? Нет, вы какие-то сильно маленькие ребята. Так, наверное, вы маленькие дети все-таки. Да. Да? А я знаю, это все маленькие дети. У них есть ладошки. Ну-ка, скажите, вот здесь ладошки? Да. А я знаю, что они умеют все громко хлопать ладоши этими ладошками. Вы умеете хлопать? А ну, без ладошки. Ну а вы здесь все убрались, я слышала, перехапибез.
звезды. Паш, ты сегодня год день рождения? Да. У Алисы. У тебя день рождения? Да. Ну, ладно же, Алиса, сколько тебе исполняется? 6. Так, 6. А 6 и сколько? Вот столько? Нет. Вот столько? Нет. Что, вот столько, что ли? Нет? А сколько? Ну, пока покажите. Вот столько. А ну-ка все показали. Вот столько? Да. А тебе кого сделали? Мне розовый. Да. Розовый? Спасибо, розовый. Что это, собачка? Да. Руками показывай собачку, трогай, будем сосиски! Сосиски! Ловки сосиски, вас не слышно! Уже ночь на дворе глубокая. День рождения прошел как? Хафо. Хафо классно, вот так? Да. Надарили кучу подарков, а самый главный подарок стоит на зарядке, потому что он уже успел разрядиться. Это планшет. Планшет, как Алиска хотела. Какой красивый. Очень. Мы его как-нибудь снимем. Обязательно. А что еще подарили? Где русалочка? Русалочка, я ее там забыла в гостиной. В гостиной забыла? Тащи русалочку, покажем. А я пока покажу зайчика, который уже тихонечко спит в монстряшном гробике. Вот такого зайчика мохнатенького подарили Алиске. Она вообще в восторге от него. Положила спать рядом с собой. Другой кроватки не нашла, только вот монстряшную. И что там еще Алиска несет? Русалочка. Это русалочка, как ее там, София. Ариэль? Это же София. Вот, мы еще не экспериментировали над ней, но... Нет, вот... это Ариэль. Ариэль? А на коробке было написано София. Ариэль. Ну хорошо, пускай будет Ариэль. В общем, мы над ней еще не экспериментировали. Она должна при погружении в воду светиться и петь песенку. Вот, тоже будем, да, с тобой потом показывать, как она работает, да? Ну, давай прощаться тогда. Всем пока! И ставьте большие лайки, потому что мы готовимся к завтрашнему дню. Потому что у Алиски прошел день рождения. Все, кто хотите ее поздравить, ставьте нам лайки. И пишите с днем рождения и подарочек. И подарочек. Ну все, там бабушка Соня уже ходит, уже спать собирается. Пока-пока, Алиска! Пока-пока! Пока, воздушный поцелуй!